Клуб творческой интеллигенции старшего поколения «Горячие сердца» был образован в 2005 году. Здесь ветераны и работники культуры проводят свой досуг. Поют, танцуют, получают новые знания, занимаются творчеством и просто получают удовольствие от общения друг с другом. Раньше заседания в клубе проводились один раз в месяц. Теперь участники клуба будут видеться чаще. В этот клуб ходят люди старшего поколения, разных профессий, но их всех объединяет любовь к творчеству, любовь к искусству. Я приглашаю адлерцев на заседание клуба, которые будут проходить каждое воскресенье, один раз в неделю. Следующее занятие будет посвящено танцам. Первое заседание клуба в этом году посвятили Новому году и Рождеству. Встреча прошла в уютной обстановке с чаепитием и выступлением творческих коллективов. Традиция в клубе – чествование ветеранов, именинников и юбиляров каждый месяц. Одно из первых поздравлений приняла частушечница Нина Назарова, участница народного хора ветеранов «Русская душа». Мы рады, что эта традиция в новом году не просто сохранилась, а что она будет расцвечена новыми красками, новыми замечательными встречами. И это и есть то чудо новогоднее и рождественское, которое мы ожидаем. Поэтому большое спасибо администрации Дома культуры, нашему директору Трошеву Александру Васильевичу и всем организаторам этого замечательного мероприятия. Каждое воскресенье в клубе «Горячие сердца» будут проходить разные занятия. Помимо творчества, участники клуба смогут заниматься йогой, узнавать последние новшества в правовой системе и посещать концерты в зимнем театре и органном зале, а также вместе отмечать все праздники. Татьяна Говоркова, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.